Коллеги, рядом со мной Евгения Арнаутова, потрясающая компания AliExpress Россия. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте немножко поговорим о нашем прекрасном форуме. Вы его посетили, что-то уже послушали, где-то, может быть, выступили, поэтому хочется ваше мнение. Отличный форум. Я выступала в сессии про маркетинг. Мы говорили про антикризисный маркетинг, про реакцию на актуальные события, как уместно, как неуместно реагировать. Говорили про B2B направление. А завтра, например, 14 апреля у AliExpress собственная сессия, которая называется Marketplace как альтернатива социальным сетям. Мы будем говорить о том, как брендам сегодня продвигаться внутри маркетплейса, используя знакомые им по социальным сетям механики и инструменты. Не пропустите, друзья, это будет очень интересно. Давайте поговорим немножко о решениях AliExpress, которые они принимали в ближайшее время, потому что, насколько я понимаю, было много интересных решений принято, которые сыграли уже свою роль. Самое главное решение, пожалуй, мы приняли еще в 2019 году, когда компания открыла двери для российских поставщиков, для российских продавцов, и с тех пор на Marketplace вышло около 100 тысяч российских предпринимателей, самозанятых и юрлиц, и сегодня ассортимент, который они представляют, превышает 16 миллионов товаров. Если раньше многие знали AliExpress исключительно как китайскую площадку, то сегодня это огромная площадка, в которой есть китайский ассортимент и российские товары с довольно быстрой доставкой. Поэтому то решение было ключевым. В этом году мы сделали очень много для того, чтобы продавцам работалось проще и выгоднее. Например, мы поменяли тарифы на фулфилмент, на логистику, снизили их в несколько раз, и сегодня продавцы, которые работают с нашего склада, могут экономить до 3 раз на доставке. Звучит как магия. Скажите, пожалуйста, вот для меня в свое время было открытием то, что я покупал кое-что на AliExpress. При этом это был на AliExpress магазин известного бренда, ритейлера России. И при этом цена на AliExpress у этого ритейлера была ниже, чем цена у него же в его онлайн-магазине. С тех пор я понял, что AliExpress — это сила, с которой тягаться практически невозможно. Расскажите немножко вот про ценообразование. Как так получается, что даже ритейлеры, у которых есть свои онлайн-площадки, все равно приходят к вам? На самом деле это естественный процесс. Продавцы идут туда, где люди готовы покупать. Если мы видим, что люди идут покупать туда, где большой ассортимент, чтобы не выбирать гвозди в одном месте, а трусы в другом месте, то и продавцы хотят попасться на глаза своей платежеспособной аудитории. Поэтому, разумеется, выходят на маркетплейсы. AliExpress – самая большая площадка по аудитории, самая большая площадка по ассортименту. Очень логично выйти туда и там уже конкурировать с другими брендами за покупателя. Я дико лоялен, я абсолютно не могу сказать ничего плохого, потому что у меня бриллиантовый уровень на AliExpress. Друзья, кто меня поймет, тот вы молодцы. Хочется пожелать вам, во-первых, процветания, радости. Я еще и ваш инвестор, поэтому я надеюсь, что все взлетит. Да, хочется еще, может быть, пару слов от вас всем игрокам рынка. Может быть, поделитесь какими-то ноу-хау, которые вы будете выводить вот-вот. Или, например, какой-то вектор, который уже выбрали, который, вы понимаете, будет верным и приведет к нужным решениям. Ну, планы раскрывать — дело неблагодарное, но если говорить о векторе, который мы выбрали, то мы придерживаемся своей стратегии заботы о пользователе, о его удобстве, о том, чтобы он всегда мог найти то, что он хочет найти, всегда мог приятно провести время на маркетплейсе, а среднее время, которое проводит пользователь, например, в нашем приложении, составляет 13 минут, то есть это и шопинг, и entertainment в каком-то роде. И второй вектор – это забота о продавцах, поддержка малого-среднего бизнеса и создание для них благоприятных условий для развития. Не знаю, о каких 13 минутах вы говорите, я там сижу гораздо дольше. Спасибо большое, пожелаем вам удачи, процветания. Друзья, AliExpress, найдется все по отличной цене.